Анатольевна, без формы, просто я считаю, что это также уровень канала, по которому воздух откачивается из внутреннего воздуха, а также из рабочей полости. Работу схвата можно разделить на два этапа. Первый. Я не рассматривал внести, я рассматривал по отдельности. Если у вас в оркестре один будет свою тут будут скрипку, свою тут будут нет, но мы должны все-таки подойти. Постоянная температура. Значит, мы выбирались с трех недавно раздаточных устройств остановились на зарядке ковша. Причем эта зарядка, это устройство может быть в трех траекториях. Сложный, по круговой траектории и по линии. Виды ковшей. Виды ковшей я остановилась начальником с перегородкой, поскольку у нас самая большая проблема, это когда ковш зачерпывает металл, он зачерпывает и пленку вместе с металлическим включением и шлаком. А перегородка при заливке уже в аэростатан у нас просто отгораживает эту пленку. Значит, тут у нас приведена тактограмма нашего заливочного устройства. Заливочное устройство, оно взято у фирмы «Италфрей». Качество недостатков указывает на отсутствие расчета мощностей бытового участка, нерассмотрен вопрос подготовки металла перед работой, рафинирования и применения различных смазок. Да, но это удешевить нам? Нет, я понимаю, что это все шло именно по упрощению. Да, вместе с тем. Разрешите, пожалуйста, огласить результаты заседания Государственной аттестационной комиссии по поводу защиты дипломных проектов. Артем Николаевич. Отлично. Антохин Александр Алексеевич. Отлично. Васильева Марина Александровна. Отлично. Винокуров Артем Васильевич. Отлично. Караваева Анастасия Сергеевна. Отлично. Попова Елена Сергеевна. Отлично. Черкасов Сергей Николаевич. Отлично. Романова Анастасия Викторовна. Отлично. Петров Евгений. Отлично. Ура! Также одобряет членов комиссии рекомендую Петрову Еленокурову для поступления в аспирантуру. По результатам защиты и предыдущихся успехов в обучении на кафедре. Всем ваши любимые, я надеюсь. Так. Я сегодня просто сажусь за руль. Так. Мне надо жену отвезти на дачу под вечер. Поэтому я просто пойду спать. Но я душой, но на дачу приеду. Рюмку водку на всех. Я выпью обязательно. Еще бы не давай. Молодцы, ребята, молодцы. Ну ладно, потом сбегаем. Давай. Мокро. Дайте я все-таки поставлю, наверное. Давай, Тёма! Вау! Что это? Вы на стадии когда-то учился. Готовьте, как с нами пойдем.
Не отдадим! Пошел интим. На мысль. Напьюсь на твою сдачу. Правильно. Вместе напьемся. И мне веселее. Вместе напьемся. А то как без причины. Катки. Они приезжают. Ой, аккуратно, не падайте. Ваши ручки. Вау. Молодец. А кто прикусил на это? Я знаю. Ну не скажу, да. Ну получается, у мужика. Ощущение головка, залупа. Ну что там? Всякие, а длина главу шлема. Да не, мы первый раз не ждали. Не, подожди, подожди. Не надо, не надо. Отойди оттуда, отойди. Я же так виртуально. Я понял. Подожди, что еще там? Категория на мошонку. Мошонка? Нет, мошонка, это она тоже растяжение. Выше и выше. Ну, прости. А все, покажи его. Поехали. Что интересно тут было? А тут нас спортивец. Я пью его. Добрый вечер. Так вот, ты очень плохо проходил. Что там следующий? Ну вот, трезвый, сразу, блин, перчатки одеть. Да, все. Главное, чтобы он на стазик меня не уронил. За время поездки на 60 километров нет. Все, там морда выкидывает, сделал. Я такой довольный, что мне страшно. И это трезвый, обрати внимание. Надежный, это тебе не какая-нибудь. На 30 килограмм, здесь и нет. Ладно, пойдем. Я тебе все вытеру, Тёма. Руки? Я была первым. Я ты еще не защитился куда-то. Так, Гусар, отдельный брат. Два года назад. Ну, два года назад ты был. Ты катался. Дайте мне катался.
Раскачай! Влево-вправо, влево-вправо. Что, оборудование как? Да, главная тема, спокойная тема. Ну, я не укуплюсь. А это не будет слишком пыльно. Ты не снимаешь? Да. Кулука? Давай, я ее там. Поверь, этот круг за два сойдет. И всегда, везде, где бы мы ни были, и всегда, везде, что бы ни пили мы всегда, везде, пьем шампанское за училище Бауманское. Мы всегда и везде пьем шампанское за училище Бауманское.